устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные, займы до зарплаты. Сегодня в Кызылском президентском кадетском училище прошло окружное совещание под руководством заместителя начальника департамента госполитики в сфере общего образования Минпросвещения России Сергея Пилипенко. Вопросы развития системы кадетского образования в Сибири стали одним из главных тем для обсуждения. В самом начале совещания Сергей Миняйло, представитель президента страны в Сибирском федеральном округе, в режиме прямого эфира обозначил важность данного вопроса, а также попросил тувинских коллег поделиться опытом работы президента кадетского училища. Сегодня вы находитесь как раз в президентском кадетском училище. Задача нашего мероприятия – ознакомиться с опытом работы училища и других кадетских учреждений Сибири, обсудить перспективы развития кадетского образования в округе. С нами работают представители Министерства просвещения Российской Федерации. Напомним, в Туву накануне приехала делегация из 29 человек. Во главе с Сергеем Пилипенко в регион прибыли министр образования Бурятии Баир Жалсанов, первый заместитель министров образования Республики Алтай Ольга Болташева и Омской области Лариса Устинова, а также заместитель министров образования Хакасии, Алтайского и Забайкальского краев, Иркутской, Кемеровской и Томской областей. Органа Нацак, первый заместитель председателя правительства Тувы, рассказала гостям про первые шаги в работе Кызылского президентского кадетского училища в 2014 году и про важную социальную миссию образовательного учреждения. Глава республики Электролаб ставлена задача. Это учреждение должно стать элитным именно по возможностям, по инфраструктуре. Но это учреждение не должно становиться элитным с точки зрения тех детей, чьи родители отличаются благосостоянием, благополучием. Мы должны были решать целый ряд социальных задач. Обмен опытом в системе кадетского образования, дальнейшее его совершенствование – вот основные задачи окружного совещания. Как говорит Сергей Пилипенко, только сообща можно добиться результатов. Есть много практик, безусловно, но когда мы говорим о элитной подготовке, то, собственно говоря, мы прекрасно понимаем, что есть примеры, которые необходимо изучать и распространять. На сегодняшний день ситуация обстоит следующим образом, что мы прекрасно понимаем, что есть множество кадетских образовательных организаций, различные корпуса, училища, кадетские классы. Ну, собственно говоря, такого целостного понимания, что происходит внутри, ну, не совсем имеется на сегодняшний день. Должен быть и мониторинг, должно быть и понимание в части особенностей, в части специфики и так далее. Поэтому, конечно, хотелось бы понимать, а как осуществляется, каким образом, какие особенности, какие лучшие практики, примеры для того, чтобы это использовать и в других общеобразовательных организациях кадетского типа. Сегодня в стране всего обучаются 19 тысяч кадет. Сергей Миняйло сообщил, что, как показывает статистика, число детей, желающих обучаться в системе кадетского образования, с каждым днем растет, а учебных заведений такого профиля зачастую не хватает. Как говорит министр образования Тувы Татьяна Санча, мероприятие такого масштаба отразится для всей системы образования региона. Считаю, что мы выработаем предложение для Министерства просвещения о типологии, о сети таких классов и учебных заведений, а также о концепции кадетского образования, а также о тех программах, предложения будут, которые уже существуют, реализуются и дают результаты в наших субъектах Сибирского федерального округа. Также на пленарном заседании, помимо деятельности кадетских корпусов, обсудили и Мариинские женские гимназии Красноярского края, развитие кадетского образования в Кемеровской области. Стоит отметить, что на завершающем мероприятии 26 сентября в этнокультурном комплексе Алдын-Булак Министерство образования и науки Тувы подпишет соглашение о сотрудничестве со всеми министерствами сибирских регионов. Мэрия Кызыла объявляет конкурс среди бизнес-проектов для участия в программе муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства столицы в виде гранта мэра города Кызыла. Заявка принимается до 24 октября. Субсидии предоставляются на конкурсной основе в соответствии с представленными бизнес-планами в сумме до 300 тысяч рублей по одному бизнес-плану. К заявке также прилагаются такие документы, как копия паспорта, свидетельство о постановке на налоговый учет, справки от налогового органа и иные документы. Заявки с документами и проект, то есть бизнес-план в бумажном и электронном виде принимается до 24 октября в Департаменте экономики, имущественных отношений и финансового контроля мэрии города Кызыла.
Отделение Пенсионного фонда Тувы напоминает, что федеральные льготники, имеющие право на получение набора социальных услуг, могут выбирать, получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично. Срок подачи заявления о наборе социальных услуг в 2018 году истекает в выходной день 30 сентября, воскресенье. Следовательно, заявления, принятые на 1 октября текущего года, непосредственно Управление Пенсионного фонда в районах и городах республики будут подлежать учету с 1 января 2019 года. Так, с 1 февраля 2018 года стоимость набора социальных услуг составляет чуть больше 1000 рублей в месяц, в том числе обеспечение необходимыми медикаментами, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно. И о курсах валют: доллар стоит 65 рублей 83 копейки, евро 77 рублей 38 копеек. Георгий Дронов, Андрей Кайков, Галина Данилова и Эдуард Радзюкевич в комедии «Любовный пасьянс» 16 октября в Национальном театре. Нет машины? Шубы нет? Вот вам маленький секрет. В Белке шубу покупай и Volkswagen получай. Много шуб в рассрочку. С 24 по 27 сентября. ЦУМ, цокольный этаж. Травы Тувы сохранили рецепт пантового бальзама Бойдус. Мы улучшили вкусовые качества путем добавления ягод и ароматных трав, сохранив при этом все полезные качества, которые дарует нам природа. Консервантами являются сахарозаменители сахар. С бальзамом Бойдус всегда красота, положительная энергия и сопротивляемость к невзгодам. Продукт пастеризован. Магазин «Травы Тувы». Чульдум 44. Овиол. Прокуратурой Тувы в Кызылский городской суд направлено исковое заявление о понуждении компании «Лунцин» к введению в эксплуатацию очистных сооружений. Напомним, что китайское общество с ограниченной ответственностью запустило в промышленную эксплуатацию Кызылташтыкский горно-обогатительный комбинат на одноименном месторождении полиметалла в Туве. Так, чтобы выполнить план работы межведомственной рабочей группы, это сотрудники прокуратуры и Росприроднадзора, в августе текущего года была проведена внеплановая проверка исполнения ранее выданного предписания. Установлено, что Лунсин требования предписания о вводе в эксплуатацию очистных сооружений карьерных вод в установленный срок, то есть до 1 августа текущего года, не исполнил. Между тем, в соответствии с решением межведомственной рабочей группы прокуратуры Республики 24 сентября в Кызылский городской суд направлено исковое заявление о понуждении Лунсин к введению в эксплуатацию очистных сооружений карьерных вод в месячный срок со дня вступления решения суда в законную силу. В связи с наступлением поздней осени завершается эпидемиологический сезон по клещевому вирусному энцефалиту и другими заболеваниями, передающимися клещами. Однако опасность присасывания клещей и передачи инфекции еще сохраняется. Всего за данный эпидемиологический сезон в республике зарегистрировано 42 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом, что на 9 случаев больше, чем в прошлый сезон. Среди заболевших отмечено 9 детей до 17 лет. Для профилактики заболеваний, передающихся через укусы клещей, необходимо соблюдать меры предосторожности во время нахождения на лоне природы. Это носить специальную и правильно подобранную одежду, также применять защитные аэрозоли, проводить само- и взаимоосмотры каждые 10-15 минут, выбирать наиболее безопасные места для стоянок и ночевок, лишенные травяной растительности, в сухих сосновых лесах, на песчаных почвах. Не рекомендуется садиться и ложиться на траву. В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию, а снятого клеща доставить в вирусологическую лабораторию для проведения исследования. Исследования клещей не только на клещевой вирусный энцефалит, но и другие заболевания, передающиеся клещами, проводятся в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии.
Крым за новыми впечатлениями. 14 сентября группа из 10 школьников выехали в Крым с познавательным туром. Они участники национальной программы детского туризма «Моя Россия». Школьников Тувы ждала незабываемая поездка в самый молодой регион России – Республику Крым. В программе познавательные экскурсии, фотосессии, новые знакомства и живое общение. В Крыму я была впервые, и мне там очень понравилось. Там очень тепло, там очень красивое море. Красивые разные корабли, природа там очень красивая, много гор. За 4 дня школьники Тувы увидели все красоты Крыма. Это знаменитые дворцы, крепости, памятники, пляжи, парки, музеи, а также усадьбы русских дворян, в том числе Ялтинскую набережную, Балаклавскую бухту, а также Бахчисарайские фонтаны. Самое, что мне запомнилось, это Бахчисарай. Бахчисарай – это раньше была турецкой колонией. Там раньше жили крымские ханы Гиреи. Всех их называли одним именем Гирей. Это был учитель и духовный советчик Гирей. Там очень много древних вещей, и там сохранился трон Гирея. Организаторы тура, сотрудники отдела туризма Министерства культуры и туризма Тувы уверены, что дети во время тура набрались ярких впечатлений и обогатились новыми знаниями. Как сообщила начальник отдела туризма Чудра Кандан, жили дети в отеле, питание трехразовое. С 2014 году Министерство культуры Республики Тува вошла в программу, и мы отправляем детей в города России. Прежде всего, это город Москва, Санкт-Петербург, Республика Крым. Заинтересованность детей очень высокая. Туры реализует отдел туризма Министерства культуры. Напомним, что в этом году это второй по счету тур по национальной программе детского туризма «Моя Россия». В августе группа школьников посетила столицу России, город Москва. Этой осенью меховая компания «Белка» в который раз радует наших прекрасных дам изысканными шубками. Если раньше модельеры украшали шубы стразами и каменьями, то сейчас в моду входит поперечный крой. Полоски меха могут быть как широкими, так и узкими. Тонкими меховыми полосками модельеры искусно прорисовывают узоры на спинке или рукавах изделий. Одна из модных фишек – крой «Елочка». Серые, бежевые, голубые и глубокие синие оттенки потеснили темно-коричневую классику. Основная тенденция будущего сезона, за которую борются производители – это доступность шубок для всех женщин. Отсюда снижение цен на изделия из отечественного меха, а также лояльная расчетная политика. Для наших покупателей существует рассрочка до 2 лет на выгодных условиях, без переплаты первого взноса, а также наличный и безналичный расчет. Выставка продажи «Вятские меха» российской фабрики «Белка» снова в Кызыле. Большой выбор норковых, мутоновых, каракулевых шуб. Для тех, кому не терпится приобрести обновку, выгодные условия рассрочки. Кроме того, все покупатели становятся участниками розыгрыша автомобиля Volkswagen Polo, который состоится 12 января 2019 года. Выставка работает с 27 сентября по 2 октября в торговом центре ЦУМ по улице Тувинских добровольцев, 22. Время узнать о том, кто сегодня получил 10 литров бесплатного бензина от радио «Голос Азии». Первое республиканское FM-радио уже второй год подряд проводит акцию «Заправляйся на радио». И на этот раз партнер программы АЗС «Сибпродукт». И неудивительно, что кызылчане, уже знающие об этой акции, участвуют в ней снова. Победитель прошлого сезона Александр в третий день акции нового сезона вновь стал победителем. Он первым после условного сигнала добрался до АЗС «Сибпродукт» по Калинина 27/1 и залил свое топливо. Спасибо заправке «Сибпродукт», радиостанции «Голос Азии». Хорошая акция, ребята. Очень хорошо, что вы есть. Тем временем ведущие радио «Голос Азии» продолжили раздавать своим слушателям подарки. Но на этот раз в радиоквесте «Замес майонез». Каждый день в черте города они прячут подарки, а слушатели пытаются их отыскать с помощью загадки. Сегодня она была несложной, а правильным ответом был магазин «Светофор» рядом с улицей Калинина. Узнаем имя победителя прямо сейчас. «Замес майонез». Поздравляю. Спасибо большое. Спасибо.
Спонсор прогноза погоды КПК СССР. КПК СССР – это гарантия экономической стабильности, надежный источник дохода для своих пайщиков. Наша цель – приумножить вашу прибыль и выручить в сложной жизненной ситуации. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляет акцию 10 на 10 за 10. Займ 10 тысяч на 10 дней. Переплата всего 10 рублей. Ты еще не был у нас? Самое время заглянуть в «Народные деньги». Такого еще не было. По республике переменная облачность, местами небольшие умеренные дожди, в горах мокрый снег, в Кызыле переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4, днем плюс 13, плюс 15. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляет акцию 10 на 10 за 10. Переплата всего 1 рубль в день. «Народные деньги». Такого еще не было. В новом номере еженедельника «Тува ТВ-Инфо» читайте, кто имеет право на бесплатную землю под строительство дома. Верховный Хурал Тувы принял новые законы. Чем порадует казальчан Тувинская государственная филармония имени Халилова? Банк Тувы завозил товары из СССР и занимался торговлей, когда это было. Приходите в театр, к нам приехал Московский театр «Мюзик-холл». Заплати налог и спи спокойно, немного о финансовой грамотности. Вандализм в городе ломать не строить. А также тибетский календарь, погода сканворд, гороскоп анекдоты, результат розыгрышей лотереи, ТВ-программа, недвижимость в отдельном блоке и огромное количество объявлений. Если объявление, то Тува ТВ-Инфо.